Тунис привлекает туристов не только спа-центрами, но и своей богатой историей. Здесь очень много руин со времен Римской империи. Одна из самых известных достопримечательностей Туниса – это амфитеатр, или, как его еще называют, Колизей Эль-Джем. Узнаете его? Да, именно здесь снимали оскароносный фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу. Билет сюда стоит $5. Эль-Джем – самый сохраненный амфитеатр в мире. Время почти не тронуло его стены. Его вместительность просто колоссальная. 30 тысяч зрителей. Если прогуляться по коридорам амфитеатра, можно заметить, что художники-постановщики фильма «Гладиатор» забыли прибраться. То тут, то там куски пенопласта, какие-то декорации. Хотя, понаблюдав за туристами, мне кажется, что скоро все стены придется делать из пенопласта. Люди-то то и дело пытаются стащить отсюда камушек. Говорят, он защищает от змей и скорпионов. Да уж, скоро от Эль-Джем мало что останется. Ну, а что может продаваться около Колизея? Правильно, всякий антикварный хлам. Оконные рамы, кофемолки, украшения, сосуды. Но особый писк – это монетки, которые якобы нашли под амфитеатром. Добрый день, здравствуйте. А, чем торгуем? С Роман. Романские? Романские, yes. I have three models. Ага. And this? Adolf Hitler. Three models. Адольф Гитлер? Адольф Гитлер. Is Adolf Hitler. Roman, Roman. Роман? Роман. It's Roman coins. Roman coins. Antique. Да, чувак что-то промахнулся в столетиях. This original. This is original. Original. Very good. It's not real. Original on site. Друзья, ну вы поняли, да, первый развод? This is original. This is original. Okay, can I see? Original. This is original. $100. $100? $200. А, две монетки за $100? За одну монету $200. This is original, antique. Certificate? No, not yet. No? Ну как же так, за $200 монетку продаешь, а сертификата нет? Это как-то так? Do you have silver coin? Yes, I have silver. Could you show me? But original. 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 Yes, original. Could you show me? Just look. Uh-huh. 1 minute. Okay. Нормально, да? Он мне оставил с монетками по $200 каждую и ушел куда-то. This is original silver. Original silver was okay. And original coin? It's coins. It's silver. It's Roman. Roman. Original, and this, antique. And this is antique silver. А, $100, одна монетка. $100. $100. Господи, какая же пустая трата времени. This is original. Антик. Обратите внимание, ну, даже вот на штамповку. Она очень грубая, и мой внутренний голос подсказывает мне, что это олово, а не серебро. Sorry. How many years? My father original antiquer. My father original antiquer. Сколько лет, говорю, монетки? А where you get it? In Solater. Вот здесь прям, да? Mm-hmm. La strada de Colosseum sur la terre. I have 100 coins. 100 coins, ага. То есть у него примерно 100 монеток вот таких, которые якобы он нашел вот в Колизее и в окрестностях. Не, ну я, конечно, блондинка. Но, друзья, я не верю. Но я словам твоим не верю. Насколько я трепетно отношусь к монеткам, сами понимаете, орел, решка, все дела.
Но вот на такую штуку, конечно, мне кажется, вестись не стоит. Понятно, что покупать этот антик оригиналь я не буду. И вам не советую.